Сафи. Медика не найдется для бедного ветерана. Неделя прошла. Забудь про вино, Жень. А это ты делаешь? Конец. Наше дело закончено, а ты стоишь у меня на пути. Приходилось.
тебе что-нибудь нужно? О, тебе захотелось побыть в одиночестве. Хорошо.
надо прятать нож в сапоге. Ты не увидел, как я достал ту зайца? Надоело, что отбирают. Золота вечно не хватает. Один хороший рейд... Кражи, вот это искусство. Никаких тебе потасовок. Взял и пошел. Скучно, наверное. Thank you.
Стой. Не нужно рубить с плеча. Все не так плохо, как кажется. Я все собирался рассказать Мерсеру. Честное слово. Пожалуйста. Он же меня убьет. Ладно, ладно. Это Карлия. Зовут ее Карлия. Мерсер тебе о ней не рассказывал? Карлия — это воровка, которая убила прежнего главу гильдии Галла. Теперь она охотится на Мерсера. Помогаю? Нет, нет. Послушай, я даже не знал, что это она, пока она со мной не связалась. Прошу, поверь мне. Я не знаю. Когда я ее спросил, куда она отправилась, она только сказала «к началу конца». Вот, возьми купчую на поместье Златоцвет. И когда будешь говорить с Мерсером, скажи ему, что живым я ему нужнее. Хочешь знать больше? Вот теперь ты говоришь на моем языке. Знаешь что? Если тебе понадобится сбыть краденое, приноси товар ко мне. Я тебе хорошо заплачу. Считай меня своим новым другом на севере. Я ее о том же спрашивал, но она не стала мне говорить. Но теперь, когда я знаю, кто она такая, я думаю, она пытается ударить гильдию воров побольнее. Мавин Черный Вереск нужен мед из поместья Златоцвет для медоварни. Она держала поместье в кулаке при помощи гильдии. Если владелец отрежет гильдию от поставок, он сильно навредит Мавен, а ее это не устроит. На месте Мавен я бы обвинил гильдию в слабости и неспособности удержать поместье. Именно о гильдии жизненно необходима поддержка Мавен. Карлия много времени и средств положила на это дело. Но ты не забудь сказать Мерсеру, что я честно все рассказал, ладно?
Что теперь? Идем навстречу новым приключениям. Что тебе нужно? Работа нужна всем, верно? У меня есть для тебя хорошее предложение. Пока ты не выполнишь свое задание, как ты это переносишь? Нам лучше говорить как можно меньше. Дед Джаз с тобой не будет говорить. Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. Тебе что-то понадобилось? Рад снова тебя видеть. У меня тут полно заданий. Золото нужно? У меня есть для тебя работа. Так-так. Какая же красота, а? Если тебе будут попадаться необычные вещи, приноси их мне. Обещаю, ты не пожалеешь. Вот твоя награда за находку. Для таких, как ты, здесь полно работы. Гулумай рассказал что-нибудь о покупателе? Нет, не может быть. Я этого имени не слышал много лет. Это и вправду дурные вести. Я надеялся, что больше никогда с ней не встречусь. Карлия уничтожила все, за что стояла гильдия. Она хладнокровно убила моего предшественника и предала гильдию. Когда мы узнали, что она сделала, мы потратили месяцы на то, чтобы ее выследить, но она как сквозь землю провалилась. Мы с Карлией были напарниками. Я ходил с ней на все дела. Мы прикрывали друг другу спины. Я знаю ее приемы, ее умения. Если она убьет меня, не останется никого, кто смог бы ее поймать. Если бы мы только знали, где она. Подходит только одно место. Место, где она убила Галла. Руины святилища Снежной Завесы. Мы должны пойти туда, пока она снова не исчезла. Да, я пойду с тобой, и мы убьем ее вместе. Вот твоя награда за солитьют. Приготовься и приходи к руинам как можно скорее. Нельзя дать ей снова от нас уйти. Прости, парень. У меня есть важные дела. В другой раз поговорим.
Вот и ты, наконец. Хорошо. Я осмотрел развалины и уверен, что Карлия еще внутри. Нет, но я нашел ее лошадь. Не волнуйся, об этом я позаботился. На ней она не сбежит. Давай двигаться. Я хочу поймать ее внутри, пока она ничего не подозревает. Веди. Это была не битва, а казнь. Вот и ты, Нет, но я наш... Давай двигаться. Я хочу поймать ее внутри, пока она ничего не подозревает. Веди. Прости, мне казалось, что я тут главный. Ты ведешь, а я иду за тобой. Что непонятного? Только смотри в оба. Карлия коварна, как дюжина Даэдра. Не хватало еще угодить в ловушку и предупредить ее о том, что мы идем. У меня давняя договоренность с Темным Братством. Если мне нужно разобраться с кем-то в гильдии, мы делаем это сами. Они понимают, что ни к чему выносить ссор из дома. Она была упряма, как упрямы только Данмеры. Все хотела делать по-своему. Но она была лучшей из лучших. Приносила в месяц больше золота, чем другие за год. Гал ей чересчур доверял и подпустил слишком близко. Можно и так сказать, да. Я лично думаю, что она втиралась к нему в доверие, чтобы убить. Гал называл ее своим маленьким соловьем. Души в ней не чаял. Алчность, зависть, ненависть. Кто знает, что толкнуло ее на такое предательство. Но я выясню это, прежде чем она испустит дух. Это я могу сказать наверняка. Пошли уже. Я слишком долго ждал этого момента. Считается, что в древние захоронения нордов иногда совсем нельзя проникнуть. Тут, судя по всему, не тот случай. Все совсем просто. Не знаю, почему про эти замки рассказывают столько небылиц. Все, что нужно, умение плюс крупица знаний. Вот и все после тебя. Может, хватит уже тратить время? Ну и вонь. Пахнет смертью. Будь начеку. Похоже, Карлия заново настроила все ловушки. Кто-то подписал себе смертный приговор. Скучно!
Так, началось. Это ненадолго. Совсем не интересно. Итак, началось. Я разочарован. Впереди еще две. Кто-то тут есть. Тебе не спрятаться от меня. Крилан, пустят. Умно. Наверняка пробуждают траугров. Смотри, не зацепи. Что это было? Тебе не спрятаться от меня. Угрозы, да? Мелкая неприятность.
Ты на верном пути. Она здесь была. Это не надо. Та дверь впереди. Отличное место для засады. Будь наготове. Что это было? А, вот одна из них нордских дверей с секретом. Без подходящего когтя такую дверь обычно не открыть. А поскольку Карлия вместе с когтем уже далеко, нам придется исхитряться. К счастью, у этих запоров есть слабое место, если знаешь, как его использовать. Это действительно крайне просто. Карлия где-то рядом, я уверен. Пойдем. Думаешь, что твоя стрела быстрее моего клинка? Дай мне только повод. Ты умная девочка, Карлия. Покупка поместья Златоцвет и вложениями парню Хонинга – впечатляющая задумка. Чтобы разгромить врага, сначала изведи его союзников. Это первый урок, который преподал нам Гал. Ты всегда быстро училась. Недостаточно быстро. Иначе Гал был бы жив. У Галла было богатство, и у него была ты. Все, что от него требовалось, смотреть в другую сторону. Ты забыл клятву Соловья? Ты думал, что он просто закроет глаза на твои методы? По бессмысленной болтовни. Ну же, Карлия, тебе пора на встречу с Галлом. Я не дура, Мерсер. Драться с тобой на мечах значит подписать себе смертный приговор. Но обещаю, наша следующая встреча будет для тебя последней. Как интересно.
Похоже, история с Галлом повторяется. Карлия подарила мне способ избавиться от тебя. А эта древняя гробница станет твоей могилой. Знаешь, что забавляет меня больше всего? Что все это стало возможно только благодаря тебе. Прощай. Я передам Бриньольфу привет от тебя. Спокойно, спокойно. Не вскакивай сразу. Как ты себя чувствуешь? Нет, я спасла тебе жизнь. Моя стрела была отравлена особым паралитическим ядом. Он замедлил твое сердцебиение и предохранил от потери крови. Если бы я хотела тебя убить, мы бы с тобой не разговаривали. Сначала я хотела выстрелить в Мерсера, но никак не могла прицелиться как следует. Тогда я решила убрать тебя с дороги, и это предотвратило твою смерть. Твой долг больше, чем ты думаешь. Я потратила год на создание крошечной дозы этого яда, ровно на одну стрелу. Я так надеялась взять Мерсера живым. Гильдия должна судить Мерсера за то, что он сделал. Он должен заплатить за убийство Галла. Я не из прихоти выбрала именно святилище Снежной Завесы, чтобы заманить Мерсера. Прежде чем вы пришли, я нашла и забрала дневник Галла. Думаю, в нем содержатся нужные нам сведения. Если бы я только знала. Дневник написан на языке, которого я никогда раньше не видела. Ну, конечно же. Энтир. Друг Галла из Винтерхолдской коллегии. Это единственный непосвященный, который знал, что Галл — соловей. Галл сам сказал ему. Нас было трое. Я, Галл и Мерсер. Мы были тайным ядром гильдии воров в Рифтоне. Возможно, я позже расскажу тебе об этом. Сейчас тебе нужно идти в Винтерхолд с дневником. Надо расшифровать написанное. Вот. Возьми еще и это. Может пригодиться в дороге. Боюсь, нет. Нужно многое подготовить, и нужно придать останки Галла земле. К тому времени, как Энтир переведет текст, я надеюсь уже прибыть в Винтерхолд. Он был одаренным ученым, великим вором и прирожденным лидером. Все уважали его и слушались беспрекословно. Это Галл привел меня к соловьям и отточил мое мастерство до остроты бритвы. Я ему всем обязана. Мы... были очень близки. Галл как-то сказал, что со мной он может забыть о тревогах. Я не могу избавиться от мысли, что это я виновата в том, что произошло. Мерсер солгал гильдии, заклеймил меня убийцей и использовал все свои связи, чтобы распространить свою гнусную клевету. 25 лет я пряталась, никогда не спала дважды в одном месте и тщательно заметала следы. Мерсер не должен умереть так просто. Он должен почувствовать неотвратимую поступь судьбы, когда его жизнь рассыплется в прах, и за ним начнет охотиться гильдия. Я обещаю тебе, что если меня припрут к стене, я не буду колебаться. Никому не доверяй. Помни, говорить можно только с Энтиром.